Всем привет, народ! Значит, сегодня у нас необычный выезд, исключительно на рэмах, 6 автомобилей, все 1500-е, один TRX, вот он, кстати, те, кто не знает, самый быстрый, мощный серийный пикап в мире, 700 кобыл. Кстати, он на 37-х уже, тут ребята на стоковом рэме приехали. Что это у вас подножки сломанные? Это так и было? Да, маршрут несложный. Тарахтел мотор в видео, наверное, многие там услышали в прошлом. Это были не гидрики, это у нас шпильки лопнули на выхлопном коллекторе. Поменяли, ничего не тарахтит. Кстати, у нас сегодня не совсем обычный состав в плане водителей. На двух рэмах девушки. На нашем едет Юля, вон она выглядывает, и Лена на своем. Как тебе, кстати, рэмчик? Ну, прикольно. Едет такие очень смешанные ощущения. Но, конечно, то, почему мы едем, это... оффроудом вообще нельзя назвать. Тут она выделывается. И даже для паркетников это нельзя сказать. По крайней мере, то, что мы сейчас проехали, это едется на заднем приводе какой-нибудь Лады. Вот. А так, ну, интересно. Посмотрим, что будет дальше. Блин, у нас тут жесткий должен оффроуд. Ты что рассказываешь? Так, кстати, по нашему рэму с прошлого выезда что изменилось? Мы покрасили решетку с бампером в Раптор. Теперь он не царапается. Был стук в моторе, думали гидрики, оказалось просто на одном цилиндре обе шпильки лопнули на выхлопном. Мы их поменяли, звук ушел, поменяли, помпа натекла. Поставили, кстати, парктроники, в бампер врезали, вот они стоят. Самое такое главное внедорожная тема. Вывели сапуны из всех агрегатов, мосты, коробка, раздатка. Теперь можно смело заезжать в броды, там стоять, не бояться, что наберем воды. Кстати, Денис, на ТРХ у них же капот выполняет роль шноркеля, как на гладиаторах. То есть он там системой клапанов, поэтому ему можно вообще ходом, кстати, лететь. Можно загнаться в пол, можно разогнаться нормально. Но это не точно. Да, да, можно ехать. Ух, нифига себе! А номер нет? Улетел номер. Я просто услышал что-то это. Да. Хлоп. У нас есть еще один наш, можем свой дать. Да. А его же еще снести может, правильно, течением? Ее, по идее, ну, чуть-чуть в сторону могло снести. Смотри, чтобы тебя русалка не утащила. Отлично. Водичка хороша, потрящая, прям ух! Включаем! Слушай, а такое ощущение, что вы прям как будто в воде, я не знаю, кто-то зацепился. Смотри, аж царапины. Денис, ты нас не обманул с капотом, не? Ну вот они, эти, как их, видишь, там клапана. Может, их там и нету, но американцы уверенно это все объясняли. Откуда у тебя розовый молоток? А я... Молоток одалживали у Лены, потом покрасили цвет такой вот. А зачем? В чем смысл? Короче, история была такая. Ты забрал у Лены молоток, она говорит, верните. Я объясняю, я ж не брал. Она говорит, я Денису дала. Я говорю, я Денису ничего не даю, говорю. Поэтому он ушел. А вот, она потом говорит, я тогда в розовый все покрашу, чтобы это не терялось. И вот пошла эта тема. Сначала она покрасила, потом мы покрасили. А потом уже и непонятно. Это чтобы не терялось, да. Нифига себе. Глянь, как здоровый, да? Без рэмбоксов. Опа! О, у вас розовый, более розовый. Более насыщенный. Это к бамперу. Это розовый курильщик, а это нормальный розовый, да?
Глянь. Я здесь много розового. Глянь, правда покрашенная. Так что придется перекрашивать, если отожмем. Вы какие женщинам подарки на 8 марта дарите? Ну точно не такие. Если такой подарить, я думаю, будут последствия негативные. Так, значит, подъехали мы к реке. Я вообще ничего не вижу там внизу. Даже хуйся на колпак не вижу. Предстоит спуск с поворотом, но трава сухая. Колеса стравлены, единичка. За рулем Юля. Я вот еду на тормозе. Если я его отпущу, это пониженная, она как бы вообще не справится. Стоковые колеса, 20-е диски. Как уверенно поехал Валентин. Тут главное вовремя остановиться. Кажется, я ничего не вижу. Вообще. Налево. Не факт, что это понижайка. У Рэмов хорошо работает торможение двигателем в автомате. Я на заднем, все, я уже нервничать начинаю. Вы меня тут пугаете по поводу раздатки. Я поеду на заднем приводе. По поводу мостов напугали. Будем ездить на заднем приводе сегодня. Все. Вроде больше грязи же не будет, да? Будет. Будет? Еще один брат. Ну, грязи подъедем, я включу тогда что-нибудь. А то вот это не забыть переключить с нейтралки. Я не перевернусь? Аккуратнее, не перенешься. Давай. Что, вперед? Поехали, да, вперед. Точно я не перевернусь? Давай, давай, давай. Точно мы не перевернули? Давай, давай. Точно, точно. Не переживай. Тихо. Стоп, стоп, подожди-ка. Куда мне опускаться-то? Нет, глубоковато что-то. Действительно. Глубоковато. А лебедки-то у нас есть? Вот только это. Серьезно? Да. А серьезно, лебедки только это. Сейчас, подожди, ей вперед. Подними, мелко. Возьмите низку на борт. Через форточку, Дэн. Оставайся здесь, в борту. Thank you.
все. Не надо назад больше. Задние окна закройте. Понятно, за что они такие бабки берут, Валентин? Еще пару видео с ТРХом, никто их не купит. А передней что, блокировки нету? А колеса спущены, Валентин? А какое давление? Да не, ну полтора это вообще несерьезно. Кусок сейчас оторвем так. Не хватает, да? Ухо отгибается. Ухо отогнули на ТРХе. Да не, шучу. Не-не-не, стой. Машина плывет, Саш. Машина ползет, надо привязывать. Тут без вариантов. На что вы рассчитываете? Зашибись. Лебедка перегрелась. Гур отстегнулся. Что-то на Рэме странная какая-то фигня произошла. Гур не работает, он тут электрический. Судя по всему, я так понимаю, было высокое потребление энергии, и что-то вот что-то здесь подстегивалось. Скорее всего, есть пред на гур, и все это сгорело. Моя розовая лопата всех спасает собой. Это да. Сейчас пойдем гур ремонтировать ей. Надо предохранитель найти. Хорошо. Я два раза в Ауди по локоть вот так глушаки забивал. Хрен вытащишь оттуда эту грязь. Нет. Отверткой ковырял, не получается. Давай, давай, давай. Хорошо. Отлично видно работа подвески. Где можешь выбрать? Тормози. Вот, вылетел, наконец. Ну да, артикуляция зачетная. Что тут сказать? Ограничителей хода-то и не видать. Ну. Не хочу сказать, вы не застряли. Значит, народ, нашли неисправность. Предохранитель действительно сгорел. Находится на клемме. Вот. Хрен найдешь, называется. Вот мы сейчас три проволочки привязали. Если есть электрики, вот три волосинки, это сколько ампер? Мы решили, что где-то, ну, 100. Ну как? Не, ну. Не работает? Горело, походу, нет? Горело. Горело? Да. Ну давай сейчас напрямую. Смотри. Давай мы попробуем тыкнуть. Наши две волосинки сгорели моментально. Сейчас напрямую замыкаем, да? Заматываем, как для себя. Чё, что так искрит, аж страшно. То работает, то опять заклинило. Сильно нагревает? Контакта нет. Плохо примотано. Контакта нет. Ну, красиво. Подобрать пацанам нужно. Обратно выехали. Покрути. Работает. А что, теперь можно и лебедку проверить, да? Все заработало. We'll be right back.
помни, капитан, жаркий летний наш роман. Страсти ураган вился под селеняшкой. Вспомни, капитан. Уплыла в туман белая фуражка. Мы сейчас так Сашу потеряем. Друзья, сейчас Рома на реме на 35-х будет заезжать в горку. Ух, горка очень резкая. Да, без проблем. Красавчик. Хочу сказать, что после дождя эта горка неприступная. И когда раскисает грунт, сюда заезжает только котлета. Здравствуйте, товарищи, по несчастью. А зачем вы ее закапываете? Блин, Рома, ну ты не позорь нас, ну ё-моё, ну чё такое-то? Все ж смотрят, снимают. Больше газку, там по геометрии нормально. Не надо, не надо, Ром, стой. Ну как так-то, так опозорились-то, Ром. Давай, Юль, подъезжай, Рому будем спасать. Сейчас, Ром, тебя Юля спасет. Ой, не Юля, Валентин. Иди договаривайся, чтобы удаляли все с телефона. Как хочешь. Так, теперь Юля едет. Давай, давай, ходом. Ходом, ходом, Юль, сбрасывай. Надо пользоваться внутренней базой. Главное, внизу не останавливайся. Так, Рому лебедят назад. Я думаю, Рома больше на АТ-шке ездить не будет, да? Вот нас еще один ромовод догнал. Ух! Это было отважно. Глубокий. И тут выезжаем прямо? Еще можно правее. Если кто-то хочет поглубже, можете левее взять, прям по прямой. Нормально? На выезд прямо располагаемся у стола на поляну.
Пятое поколение, новый рэм. Сзади его поджимает TRX. Оп. Что я и говорил, там уже поглубже. Отлично! Так, ну что, господа джиперы, наш выезд завершился, мы уже на базе. Вот сейчас нам Юля расскажет, как ей. Интересный опыт, потому что, ну, во-первых, он почти с меня ростом. И, конечно, после джипника такие интересные ощущения. Длиннобазая машина, мощности много и достаточно так, ну, в общем, интересно на нем кататься, преодолевать всякие там препятствия. Было пару таких прям интересных моментов. Да я за сердце хватался, когда вы там его там раскорячили. Ну это прям... Ну просто я думала, что Денис знает, что мы делаем, а Денис не знал, что мы делаем, а я, в общем, доверилась. Ну, короче, все круто было. Ничего не перевернули, не сломали, так что, в общем... Только из туманок теперь надо воду вылить. Вон они, видишь, ватерлиния. В основном, конечно, маршрут такой простенький. Ну так, покататься так что-нибудь там, с горочки на горочку. А так хотя бы так экшен, короче, был нормально. Слушай, ну у нас теперь интересная тема. Там вот народ в Ютубе пишет, надо выяснить, чей конфы лучше. У нас теперь Лена ездит за рулем и Юля. Две девушки на внедорожниках. Надо... Тебя на джимнике, а Юля... Ой, Юля. Ты на джимнике, а Лена на этом, на рэме. Баттл. А? Не боишься? Нет. Чего нет? Куда поедешь? Почему бояться? Наоборот, здорово, я только за. Ладно, в общем, всем спасибо, всем счастливо.